Итак, всем привет, с вами Андрей. Мы в этом видео подведем итоги по поводу сторонних магазинов Android приложений на Windows 11. Я получил вот такой комментарий. В этом комментарии человек просит подсказать, как устанавливается та программа, которую я активно продвигаю. Мне не заплатил разработчик данной программы, мне она просто по кайфу. Речь идет об АПК-инсталлере. Давайте посмотрим. Вот я, например, вот Windows Subsystem for Android у меня уже установлено. И нам надо установить АПК-инсталлер. Вы скачиваете вот эту папку. Первое, что мы делаем, мы ставим сертификат безопасности. Потом мы распаковываем вот этот вот файл 7-zip. Берем вот этот пакет 64-битный. Вот это вот все. Закидываем в папку на рабочем столе. Создаем папку, закидываем. Далее. Мы открываем терминал. Я почему-то предпочитаю пользоваться Windows терминалом, потому что он крупнее. Давайте мы зайдем в Windows терминал. Запуск от имени администратора. Вот мы открыли терминал. Пишем CD. Копируем путь к нашей папке. Открываем текстовый документ. Копируем эту команду. Открываем папку, копируем путь к этому файлу. Вставляем. И нам терминал говорит, что нужен компонент Microsoft Project Reunion 0.8. Человек не может его найти. Я все компоненты, все что нужно для Windows Subsystem for Android, выложу ссылочку под это видео. От нас требуется компонент. Вот он, этот компонент. Я его достал специально для этого ролика. Вот он, этот компонент. Нажимаем два раза. Установить. Закрыть. Жмем стрелочку вверх, чтобы ввелась команда. И жмем на Enter. Все. АПК-инсталлер установлен. Запускаем. Программе требуется ADB. SDK Android. Жмем ОК. Терминал нам больше не нужен. Для того, чтобы все это работало, все это ставилось, вам нужно, я уже из видео в видео повторяю, что вам нужно пройти в панель управления. Давайте мы зайдем. Программы и компоненты. Включение или отключение компонентов Windows. Включаем здесь Hyper-V и включаем платформу виртуальной машины. Жмем ОК, компоненты устанавливаются и просит нас компьютер перезагрузиться. Обязательно в BIOS должна быть включена виртуализация. Без этого ничего работать не будет. У нас нету Google Play Market. Я специально так сделал, чтобы его не было. Специально поставил чистую подсистему, чтобы не было Google Play Market. Как я говорил в предыдущем видео, есть его альтернативы. Aurora Store. Давайте скачаем. Вот мы скачали АПК-шку. Заходим. В загрузке вот наша АПК. Нажимаем два раза. Приложение может закрыться. Нажимаем еще раз. Убираем галочку и устанавливаем. Установили. Запускаем. Все. Жмем далее. Принимаем условия. Я прочитал. Принять. Выбираем понравившийся нам акцент. Давайте зеленый. Доступ к памяти. Выдать. Здесь разрешить управление всеми файлами. И разрешение установки из этого источника выдать. Войти с помощью Google надо будет. Я нажму анонимно, чтобы не палить свой аккаунт. Вот, пожалуйста, нам альтернативный магазин приложений. Можно даже нажать анонимный, чтобы, как говорится, устанавливать Android приложение. Все, процесс пошел. Без Google Play Market можно спокойно жить.
Таким же макаром устанавливаются те альтернативы, которые я показывал в предыдущем видео. Нажимаем установить этот Яндекс браузер. Есть категории. Вот давайте Инстаграм установим. Для Инстаграма требуется, ну, Google сервис. Google Play. Один раз такое было, что я устанавливал, и там вот мне потребовало Google Play. Ставим отсюда. Установить. Нажимаем. Появилась кнопочка «Открыть». Вот наши все приложения. Вот они, вот. Инстаграм нажимаем. А ты подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий. Впереди очень много интересного. Всем пока. До встречи.